Привет! Сегодня 20 мая 2016 года. Мы находимся в кафе, наверное, «Испанский летчик», которое находится на 5 этаже пассажа. Мы сюда зашли не просто так, а по поводу. Говори, сегодня, говори. Сегодня мы зашли обмыть мой загранпаспорт, который я получил. Ну, правда, я его еще должен был получить в феврале, но в феврале я не мог. По медицинским причинам. Вот мой паспорт. Я его сегодня получил. Не надо показывать всем. Там вот такие паспорт. Секретные данные есть. Это мне принесли какой-то испанский салат рыбный. Ну, вот что? Такие вот дела, да. Переводи. Привет. Виталик, желаю тебе теперь посетить Испанию, раз есть у тебя загранпаспорт. У меня тоже испанский салат. Хамоном. Понятно. Ну что, вкусно? Мне всегда вкусно. Вообще, мне всегда хороший аппетит. Вообще, люблю хорошо поесть. Что тебе принесли еще? Ой, мне принесли филе теленка. Наверное, того теленка, который участвовал в Карибе. Да ладно. Ну, испанское блюдо. Испанское. Мы же в испанском ресторане. В испанском. Точно. Хвоста тут не оказалось. Фирменное блюдо испанское, да, хвост там. Когда-то я по телевизору смотрел, его так готовят, так готовят. Да. А мне принесли традиционно, я заказываю рыбу, это что это, семга, да, стейк семги. Необыкновенный, а средиземноморский, ну, по-испански. Сейчас попробуем, покушаем. Ой, мне еще целое ведро картопли принесли, видать, это мяско. В Испании, ведро... наверное, тоже картошка. Не ведро, а ведерко маленькое. Ведро. Мне еще принесли вот картофель по-испански и креветки средиземноморские. Ну, будем пробовать. В Средиземном море прям словили. Да. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вкусно. Амиго. Но пасаран. Рекомендуем ресторан «Испанский летчик».